Я думаю, эта мода на то, чтобы одеваться как Марк Цукерберг, пришла только из-за того, что действительно он один из первых и таких гениальных примеров, но его гениальность заключается в том, что он сначала придумал, а затем уже продал. И продал уже успешную идею, та, которая уже заслужила внимание миллионов, а то и десятков миллионов людей. Поэтому в его случае, даже если бы он голым пришел, он бы все равно смог продать свою идею, потому что она оправдала себя. А если речь идет о каком-то совершенно новом немыслимом проекте, в котором еще не все уверены, нет подтверждения и того, что это сработает, то все-таки лучше выбирать какой-то нейтральный вариант, который говорит о том, что у вас с головой все в порядке, что мозги работают, что вы действительно оправдаете вложенные в вас деньги.